Привет всем студентам, будущим студентам, их родителям и всем, кто подписан на наш канал. Сегодня я хочу попробовать себя в качестве учителя. Я подготовил 10 вопросов уровня старшей школы и опросил русского и китайского студентов. И давайте посмотрим, как же они с этим справились. Надю, Тонши, ни хао, ни кэй, ты тите шао ися. Я зовут Ян Синтон, я с... 广西师范大学附属外国语学校的一名学生，然后我现在在读高一，在国际部。OK， 那就挺好的。我现在要问你一下，是个比较简单的问题。Margot Tonshue， 你准备好了吗 ？Давайте, топ 10 вопросов для вас. 第一个问题是俄罗斯的首都叫什么？你知道吗？首都。 就是你们中国的首都叫，就是北京，俄罗斯的。我有点想不起来。莫斯科听说过吗？哦，有的。OK， 没事，算了吧。第二个问题是。Первый вопрос. Назовите столицу Китая. 北京。《战争与和平》的作者是谁？你知道吗？不知道。OK， 没事。 Кто написал роман «Война и мир»? Толстой. Вы да, хуа ше ши ши шэма? Шуэй. Шуэй, дэй. H-O. Окей, тинь хао да. Какова формула воды? H2O. Кайян си чун цуй да да син син ши шэма? Син син. Дэй. Муэй си. Какая планета является самой большой в Солнечной системе? Юпитер. Ди уга вентиши. Лоса да донтхун тя шама? Путин. Окей. Назовите президента Китая. Как бы скорее сейчас просто не перепутать. Типа Си Цзиньпин, но не факт. Правильно. 那就第六个问题，化学元素Au的符号是什么？ 黄金。 OK，挺好的。 Какой химический элемент имеет символ Au？ 这个。 Au。 OK， 或许 что-то ты не знаешь。你不用。 Это золото。 这个第几个问题是勾股定理是什么？你知道吗？就是三角，一个直角三角形的底的平方加高的平方的根号等于另一条斜边。OK， 挺好的。 Какова теорема Пифагора？ 大虾。 Подожди, а в квадрате что-то плюс b в квадрате равно c в квадрате. У меня не факт, я помню, что я решала по ним, но не помню уже, что решала. Я, откровенно говоря, тоже не знаю, точнее не смотрю, я не помню. 第八个问题，电话是谁发明的？ 这个不知道。Okay. Кто изобрел телефон? Билл Гейтс. Тони Старк. Гагарин. Нет, не знаю я. Писа де фаюэн гуо ши наига? Хангу. Зай цай ся. Лиса сы... Писа. 是这个披萨，对，是的。披萨，意大利。意大利 ，OK， 对了。Какая страна является родиной пиццы？ 还有第十个问题是，应该是有点难。第二次世界大战的。 开战年份是什么？1943。再猜一下，大概是。1945。
OK， 那就谢谢同学。结束了。对。Какой год считается началом Второй мировой войны? 1941. Вроде бы простые вопросы, но не на все из них смогли ответить наши студенты. Это еще раз доказывает, что мы, люди, должны учиться и развиваться постоянно. А на сколько вопросов правильно ответили вы? Поделитесь в комментариях.